Здравствуйте, меня зовут Сиси. Я расскажу о жизнях вингов на территории Китая. Народ наций вингов раньше жили в озера Байкал в России и Харуцяна в Китае. Большинство людей вингов, живущих в Китае, теперь живут во внутренней Монголии, а остальные проживают на северо-востоке Китая. Термин эвинги означает люди, живущие в лесу. У атласа эвингов в Китае есть три ветви: сарун эвингов, тунгус эвингов и ширу эвингов. Они идут же историю с общим производством и жизнью и сформировали законченную и великолепную культуру эвингов. Народность сторона эвингов в основном занимается животноводством, поэтому их основная культурная форма относится к пастбищному животноводству. От кочевого до выпаса на стационарных участках. Религиозные верования этой ветви представляют собой смесь восточной православной церкви и шаманизма. И в то же время она также имеет сильные сибирские региональные особенности и русские национальные и народные культурные особенности. Тунгус эвингов также живут в Ибаса. Они наиболее известны своими костюмами и кулинарной культурой. Одежда тунгуса эвингов – это оригинальное сочетание древних традиций и современных эстетических элементов одежды. Поскольку у тунгуса эвингов есть история многих крупномасштабных миграций и культура питания, вполне очевидно, объединяет характеристики разных стран и регионов. Ширу эвингов живут самостоятельной горной лесной жизнью, приручая оленей и традиционную охоту. Среди традиционной культуры эвингов особенно стоит упомянуть музыкальную культуру ширу эвингов, среди которых наиболее типичным носителем является бенгрига, сейчас называется гармоникой. Хотя сейчас люди эвингов могут играть на губной гармошке по своему желанию, в древние времена была запрещена играть на ней в повседневной жизни, потому что губная гармошка является шаманским инструментом и надо использовать с осторожностью. И это все. Спасибо.